Педагогический факультет Измаильского государственного гуманитарного университета в среду 23 октября принимал новобранцев. Здесь посвящали студенты первокурсников. Это мероприятие традиционно совпало с днем факультета. Концерт по случаю этого события был построен на презентации каждой специальности факультета. Первыми на сцену вышли студенты 15-й А-группы, специальность музыкальное искусство. Сразу стало ясно, что первый курс подарил факультету имена новых звездочек. Это Алена Димова и Анна Илыш, которые порадовали прекрасными вокальными данными и качеством исполнения достаточно сложных песен. Поздравили первокурсников музыкального факультета гости праздника – клуб бально-спортивного танца Dream Dance. Не обошлась программа и без участия ансамбля кафедры музыки и изобразительного искусства «Черевныйте». Не менее ярким было представление группы 15Б специальности изобразительное искусство. Художники решили попробовать себя в другом жанре, и группа фактически в полном составе вышла на сцену с танцевальной композицией. Бурю оваций сорвал дуэт Ивана Чебана, 4-й курс музыкальное отделение, и выпускницы факультета Татьяны Тодоровой, которые в подарок для первокурсников исполнили песню «Вечная любовь». Было и много других отличных творческих находок. Словом, факультет – это просто созвездие талантов. И остается лишь порадоваться за студентов, которые получают образование в такой творческой атмосфере. Наталья Михайлова, веб-студия «Курьер».